Желаю мира и приятного просмотра. С вами Скоборовский. И сегодня я выбрался на природу. Здесь очень классно, тишина, спокойствие, никого нету. Взял продукты, которые у меня есть. Если бы мне, конечно, никто не звонил, было бы вообще отлично. Я взял котел, овощи, мясо, роллтон. Самый экономный вариант, который у меня дома был, я эти все продукты собрал в пакет. Все приборы, которые мне понадобятся для приготовления блюда. И сейчас буду этим заниматься. Нашел здесь вот такое вот место. Взял с собой тренок. В Ашане прикупил. Сейчас здесь его установлю. Выложил деревянные бруски в форме пирамиды. И сейчас будем поджигать. Так. Все отлично горит. Главное, чтобы оно разгорелось. Нарезать я буду сразу же в котел. Так, вот такая вот луковица у меня есть. Я буду вот так разрезать. Хотя у меня есть досточка, могу и на досточке. Но мне вот так будет удобней. Как хорошо на природе. Сейчас, правда, уже последние теплые дни. И скоро будет холодно, зима. И уже на природу не походишь. Хотя, в принципе, можно. Но не так часто. Нарезаю я вот такими вот полукольцами. Вот так как угодно, так и режу. Целой луковицы мне будет достаточно. Даже более чем. Так. В общем, лук я порезал. Добавляем подсолнечное масло сюда. Вот так вот. Будет нормально, я думаю, хватит. И, в принципе, надо ставить на костер, потому что сейчас еще все сгорит. Вот такая вот у меня здоровая ложка, чтобы это все мешать. Сейчас мы обжарим хорошо лук, после чего будем закидывать сюда мясо. Ну, шейки, если это можно назвать мясом. Я вижу, что наш лучок хорошенько так шкварчит. Время добавлять наши шейки. Вот так они выглядят у меня. Ну, такие вот. Если у вас, конечно, есть там филешка или какое-то другое мясо, можете его добавлять. У меня ничего не было, поэтому я добавляю шейки. Огонь хороший, но я боюсь, что мои ветки могут сгореть, и я не успею все приготовить. Но я надеюсь, что получится все четенько. Что я уложусь и на углях это все дожарю. Так, будем помешивать, чтобы ничего не горело. Пока все хорошенько горит, нужно готовить. Так, по бырику сейчас я морковку почищу. Вот и все, морковка чистенькая. Теперь я прям сюда буду нарезать кольцами. Вот такими вот. Чикс, чикс. Ух ты ж, ребят, какой тут хороший огонь. Я здесь аж пригораю, надо по бырику нарезать морковку. И убегать. А сейчас перемешаем вот это все. Плюс надо, чтобы наши шейки тоже не пригорали. Хорошенько перемешиваем. Кстати, уже слышен такой приятный запах. Чувствую лучок, запах лука. Мальчишки и девчонки, а теперь нам нужно посолить и поперчить вот эту всю красоту. Перчики у меня, конечно, не такая модная, как в сольке бутылочка, но все же. Будем ручками вот так посыпать. Я вижу, что шейки уже хорошо обжарились. Теперь буду добавлять водичку. Потом, как я считаю, что главное, чтобы мясо было приготовлено. Остальное это уже такое. Добавил водички примерно литр. Сейчас я подожду, чтобы водичка закипела. И будем закидывать туда уже роллтон. Так у нас дровишек-то нету. Поэтому будем рогач наш ниже опускать. Вот таким образом опустил рогач. Теперь надо... Эти все веточки так сюда в кучу поскидывать, чтобы оно дошло до кипения. Все пошло немножко не по плану. Я снял котел и решил подкинуть еще веточек. Понасобирал, потому что моих не хватило. Сейчас подожду, пока огонь опять разведу. И тогда поставлю котел, поставлю на огонь. Я думаю, это уже никогда не случится. Еле развел костер, даже вспотел, пока бегал, ты здесь искал ветки. Оно уже кипит, но я считаю, что нужно проварить минут 10-15. И после только закинем нашу вермишельку. Настала финишная прямая. Сейчас я поломаю этот роллтон на 4 части и чуть-чуть. Хрум-хрум и достаточно. О, здесь водичка кипит, все отлично. Достаем приправки. Высыпаем. Немного добавим приправки. Из 3 пакетиков я добавлю 2. Даже не 2, 1,5 хватит. Перемешиваем похлебку. И накрываем крышкой. Минутки 2-3 проварим. А вот и обед.
Все, наконец-то приготовил. Ух ты, какая красота. Положу-ка я себе порцию. Ух ты, сколько дошика. Хорошо все-таки, что я 3 пачки кинул, а не 2. Потому что 2 было бы маловато. А так я накушаюсь, отдохну. Здесь так классно. Вот так вот. Нормально. Этого будет достаточно. Надо кушать, пока не остыло. Всех, кто кушает, приятного аппетита, ребят. Это такой походный борщ. Очень вкусно, кстати. Да и плюс экономно. Морковка, лук, шейки и доширак. И все. Только супчик немного получился густой. Вам советую воды добавлять больше. 2 литра будет самое оно. Надо все-таки попробовать вот эту шейку. Вкусно, но мало. Не обязательно добавлять шейки, если у вас есть филешка, ножки, крылышки, что угодно. Может быть, какое-то другое мясо, там, свинина. Добавляйте, будет прикольно. Всем советую приготовить. Если вам понравился данный ролик, ставьте лайк, нажимайте кнопочку подписаться и на колокольчик. Обязательно. Высказывайте свое мнение в комментариях. И до новых встреч, друзья. Всем пока. See you.